поэтому смотрим ее. Так. Деритесь, воин. Кеава защитит нас. Мы подохли. Фазир, вот ты и попался. Плоть слаба. Мой дух свободен. Это тебе так кажется. А теперь ты расскажешь нам про клан Киал, про ангел, с которым ты встречался, про все. Никогда. Чё, портрет у него пропадает. Не надо, Гудмунг. Пытки устарели, да и инквизитор сильный человек. Сейчас я сам все узнаю. О, демоны великие, сохраните, да оберегите нас от света, да изгинет он, Гудмунг, я вместе с отрядом ангелов проник в ад. Убейте его. Закидали ножиками. Вот так-то как-то. Да, Зеринар, мы сделали это, Аури уничтожен. И что теперь? Теперь, когда Тронада пуст, необходимо добраться до истока хаоса, где лежит Коронада, тот, кто надеется на нее и станет повелителем. Однако я больше чем уверен, что и остальные лорды демона отправятся туда. Предстоит сложный бой. А так не вариант просто добежать до нее. Я подготовлю воинов к началу перехода. Исток хаоса довольно далеко. Жду тебя в лагере. Зеринар, ты кто такой? Давай, до свидания. Ты хотел меня убить. Не бойся, это я, Варангел. Тогда ты не явился навстречу, принц. Были обстоятельства, которые этому помешали. Что тебе нужно? Понятно. Зеринар, ты ведь знаешь, что твоя мать планировала этот мятеж давно, и она не станет делиться с тобой вось никогда. Подумай над тем, как самому получить корону ада. Помни, доверять можно только себе. Вот с этим я с тобой согласен.